Деревня Горбунята, 500 метров по полю до горы. Таков образно адрес пещеры Горбуняцкой, расположенной на территории сергинского поселения Кунгурского района. Полвека назад ее нашли и описали геологи, но изучить подробно не смогли. Пещера закрылась от людей. Пещера Горбуняцкая была открыта в 50-е годы 20 века. Ее открыл известный карстовед, почетный гражданин города Кунгура Вячеслав Лукин. Затем вход в пещеру завалило, и только в этом году она стала вновь доступна, и первыми сюда пришли ученые. Пещера открылась в начале февраля. Вход в нее обнаружил сергинский спелеолог Дмитрий Сорокин и сразу пригласил сюда пермских друзей, специалистов Горного института Уральского отделения Российской академии наук, которые, не задумываясь, решили исследовать геологический объект. Если говорить именно об этой территории, то здесь можно открыть пещеру длиной там больше километра. Поэтому надеемся, что это перспективная пещера, и в будущем мы будем дальше продолжать ее исследование. Вход в пещеру узкий. Попасть внутрь можно только на выдохе и только очень стройным ученым. В первом гроте с трудом сидя помещаются три человека, во втором только один. Исторически известно, что прежде чем открыть большой грот, нужно порой поработать лопатой, что и собираются сделать ученые вместе со студентами-геологами. Может быть, напишу курсовую для начала, затем диплом. Как бы свяжу свои исследования именно с пещерами, с динамикой подземных вод, с исследованиями карстовых систем. Пещеры интересны не только людям науки, но и спортсменам пермского клуба спелеологов. Они первые помощники ученых. Спелеологи всегда там, где интересно и опасно. Сейчас я первый раз залезла, вот первый раз там камушек попался, я его отодвинула, чуть дальше прошла. Вот. Не пролезла, вылезла, отдышалась. Уже глубже залезла. Говоря языком ученых, сергинское поселение находится в районе Нижней Сылвы. Тут известно около 100 пещер. Далеко не все они пускают на свою территорию, как до сих пор было с Горбуняцкой пещерой. Но ясно одно – серьга – место будущих геологических открытий. Юлия Долгова, Михаил Овсейчик, Пермский край.